чтобы украсить храм, достаточно несколько часов. В этом году мы решили сделать в золотом и серебряном цвете, добавили балерин. Вот, можете посмотреть на наши чудесные елочки, потому что многие подходят и говорят, это искусственно. Мы говорим, нет, мы всегда только настоящие, поэтому всегда только живые настоящие елочки. Для гостей и прихожан кафедрального собора предусмотрен масочный режим. Если человек пришел без маски, волонтеры, дежурящие возле входа в кафедральный собор, они выдают маску. Также, когда идет богослужение, дежурят возле икон волонтеры, тоже братство на богослова, и они обрабатывают антисептиками после каждого человека. Мы приглашаем всех к нам в кафедральный собор на праздники Рождества Христова. С праздником всех!